тишина. Около 7 вечера. И вот отображение. Какая красота. И даже и рыба не играет. И вон там храм у нас стоит. Храм. И внизу отображение дается. Вот какие деревья и отображение. Вот я поближе спущусь. Вон там новый скотный двор, построенный синий. И внизу его синева отображается. Интересно, днем никогда этого нет. Вот птица летит, можно снимать, что ворона. Там лес, вот маленечко рябь начинается. Чуть-чуть упустили. Это утки постреляли. Ну, еще остались 8 штук, летают, сесть боятся. Несчастные люди. Преследуют единственную птицу на земле, которая ничего плохого не сделала. Вот гладь уже, рыба заиграла, опоздал маленько. Вот. А мы тут подновляем изгородь. Это вот старые скамейки. Вот их плохо видно, когда крещение было. 4, на. Полная тишина. Полная тишина. Говори. Здравствуйте, Лаврентич. Так и стоит бульдозер-то, без вас. Конечно, вырезать надо или дать. Воду, он вчера с Валерием разговаривал, он говорит, воду слить надо. Ну и хорошо. Да все открыто, сразу откроем. А у вас там еще вещи есть, вы возьмите, там насос. Ну, мы вам очень благодарны и молимся о вас. Храни вас Господь, умница. До свидания. Бульдозерист завтра трав придет. Надо все открыть утром, чтобы он мог прийти. Нас здесь, в случае чего, он позвонит, может быть. Такого доброго человека Бог послал. Трав стоит. Где он у них был, не знаю. Ну, а этот, который хозяин бульдозера, они купили теперь очистительную машину, высасывать ил и расширять. Может быть, мы их даже когда-то и поближе узнаем эту аппаратуру. Но она дорого стоит у них. 3 с лишним миллиона вроде заплатили, говорит. Даже не верится. Там все-то ничего, насос. Может, так только говорят. Крест везде вот стоит, и там ворона. Вот покажи. И здесь... Как только чуть-чуть смотришь, и везде им нравится высоко, обозрение какое. Вот. Там проволоку я везде выбросил, хоть маленько бы смотать ее, хотя бы несколько штук. Ну, пошли. Солнце близко к вечеру, так, к закату. Ну, да. Милующий нас Господь, сколько возможностей дает славить его. Видишь, как завалено было, а сейчас покажи, как стоит все ровно. Да, почистили тут хорошо. Лагерная была дорожка. И тут так. Дорожка половина больше. Это мы тут помидоры собрали. Потому что заморозки вот начались. Сейчас набрали. Боимся холода. Помидоров собрали. Ну а больше-то что? Свекла не замерзнет, а морковка не замерзнет. А капуста она любит этот холод. Ну пошли, браток. Пойдемте. Все, башкара сегодня, значит, завтра тепло будет. Напугали нас, что через неделю будет мороз. А сегодня была изморозь уже. Наверное, помидорщики кое-где подхватило. Слава тебе, Боже наш, слава тебе.